Что у тебя за рожа, рядовой? Ты слишком умный? Два наряда вне очереди. Генерал, добро пожаловать, сэр. Есть, сэр. Генерал, сэр. Стоит заметить, что робот-привратники не могут состоять на службе, в связи с чем его реальная причастность к рядам вооруженных сил крайне сомнительна. Похоже, что его микросхемы залило спиртом при крушении. Внутри ничего интересного, кроме устройства полозьев, выдвигающихся ящиков. Если попробовать перенести некоторые технологические особенности от этого древнего агрегата на современные сломанные катушечные магнитофоны, может получиться рабочий прототип или взрыв. Подробный план технического отсека. Это же дешифратор. Мы можем узнать, какой информацией обмениваются гробы Брэссидж, раз я все равно нарушил все протоколы безопасности. Нет данных? Странно. Это больше всего похоже на виртуальное общение слаборазвитых человеческих особей, но при этом оно еще более бессвязно и не имеет никаких закономерностей. Зачем такая информация гробам? Хорошая дверь. Спорим, вы ее не сломаете. Я же говорил, что вы с ней легко справитесь. Подробный план транспортного отсека.
Разумеется, вы помните, что мои интеллекты и обаяние вместе со всем нагрудным блоком должны быть перенесены в новый скафандр для его полноценной работы. Похоже, что стенд для скафандра сломан, хотя починить его не составит труда.
Даже не знаю, пытался ли он подключить картошку к генератору или запитать генератор от картошки.
Данный челнок переоборудован для откачки краски из баков лайнера. На черном рынке подобная краска стоит немалых денег, хотя из-за токсичности контрабандисты недолго радуются полученной прибыли.
Интересно, если бы он не носил мыло поверх скафандра, он бы выжил? Роботы не чувствуют боли, наверное, в отличие от этого бедолаги. Если я не ошибаюсь, впереди разгонная транспортная станция. Видимо, именно ей планировали воспользоваться для эвакуации Нормандии, хотя это вряд ли возможно. Эти станции помогают набрать начальное ускорение мелким судам при отлете от лайнера, но для дальних перелетов они бесполезны. Один вопрос. Откуда здесь столько поврежденных гробов? К тому же у этих гробов есть конечности, оружие и, без сомнения, активный блок искусственного интеллекта, судя по слабым сигналам от их останков. Честно говоря, даже не хочется знать, что все это значит. Похоже, команда Нормандии героически погибла, сражаясь с гробами, что не соответствует никакой логике. С другой стороны, факт того, что большинство систем корабля функционируют в штатном режиме, но потребуется немного поработать, если мы хотим улететь.